Երկրորդ րոպեից Սամվել Բաբանի սենսացիոն խոսքը. Կարսեն Մինասյանի հրաշալի կոչը, խնդրանքը, խորհուրդը բոլորիս, միայն մի դիտարկում, մեր համար մի քիչ դժվար է, որովհետև ներսում էլ թշնամի ունենք, կեղծ ընդդիմության դեմքով։ Ժամանակին Գերմանիան էլ պարտվեց, անգամ ջախջախվեց, բայց հասարակությունը չպարտվեց, պայքարեց, ոտքի կանգնեց, ու աշխարհին թելադրեց, անգամ պարտադրեց գերմանական կարգ ու կանոն տերմինաբանությունը։ Ժամանակին պարտվեցին նաև Ճապոնիան, Ռուսաստանը ու շատ այլ հզոր գերտերություններ, ու ինչ, այդպես ստացվել է, իզուր չեն մեզերն ասել, բերքը աշնան են հավաքում։ Այո, վերջերս մենք էլ պարտվեցինք, ու ինչ, նստենք թախտին, սպասենք բախտին, նվնվանք, դիմացինի աչքի չոփը նկատենք, բայց մեր աչքի գերանը անտեսենք, թե ճանգրելով, ատամներս կրթացնելով վեր խոյանանք, մեջքներս ուղենք, խելքներս գլուխներս հավաքենք, և ամեն մեկս լինենք մեր տեղում, մեր գործին, ստեղծենք, արարենք, հզորացնենք երկիրը ու հզորանանք ինքներս, հետ գրություն, ամեն դեպքում ընտրությունը քոնն է, ես ընտրում եմ քիչ խոսելու, շատ աշխատելու պայքարի բանաձևը։ Գրառումը Facebook-յան իրեջում կատարել էր Նարին Փայլակյանը։ Во-первых, первое, в чем была ошибка? Ошибка была офицерского состава, чтобы были подготовлены. Это первое. Второе, это то, что не имели они вооружения, чтобы воздушная оборона была четко закрыта и чтобы могли бы на земле работать. Так такого, если нет воздушной обороны, автоматически получается паника в войсках, потому что когда тебя бьют, и ты не знаешь, как защищаться, пару дней ты можешь терпеть, а потом начинается паника. Вот эта паника создавала воздушные, то, что обороны у тебя его не было. Беспилотники, реактивные удары, самолеты, ракетами и так далее. Учитывая вот это все, должны были бы офицеры готовы быть, что у них будет эта проблема, а их надо будет маневрировать быстрее, не стоять на одном месте, попробовать сделать контрудары, маленькие, большие и так далее, попробовать диктовать противника свои условия. То, что не было сделано. Мы все время обороняя, отступая, и так эту панику более побольше объемом стал, и то, что было проигрышно. Вот о чем я и говорил в своих выступлениях на армянском телевидении, что военные должны были быть готовы, у них должно было быть стратегия. Если у них нет вот этой воздушной обороны, противник имел и спутники, и беспилотники, всю территорию контролировался, оно будет дальнобойными оружиями там реактивного, ракетного, авиационного и беспилотниками ударить, они должны были это все знать, готовиться. Но так таково, что вина это военного руководства, дилетанты были, не понимали, проиграли. Это не народ проиграл, а руководство военное. Вот это моя оценка. Этого все прекрасно понимают, просто пока громче не хотят говорить, потому что не хотят отвечать за свои упущенных, не сделанных, то, что должны были делать, не делали эти военные, для этого там на тряпочке молчат. Какие меры и приоритеты вы предлагаете для восстановления и реформирования вооруженных сил Армении? Я слушала ваше интервью, в одном из ваших интервью вы как раз говорите, что вы дальше себя видите в Министерстве обороны? Так таково, что последние 10-20 лет в армии нормально не служили ребята. Экономическим причинам и так далее. Патроны не дали, стрельбы не были, там не таскали ребят и так далее. Армия для них, так сказать, со стороны уже когда вышли из армии, им не хотелось бы снова вернуться туда, потому что там лучшего ничего не видели. Для этого я предлагал от 20 до 30 лет начинать трехмесячные сборы. Подготовитесь месячными сборами, стрельбу и так далее, во всем направлении, во всех видах оружия. Дисциплина офицерского состава и так далее, таких набрать туда, чтобы могли с личным составом работать, чтобы они понимали, что армия это престиж, это другое. И кроме всего этого, на два дня вести передний край, чтобы оборону держали и так далее.
а после этого начинать из них вот добровольчески, кто захотел бы на профессиональную армию, и отдельно начинать новую подготовку на 6-месячную уже на профессиональную армию. Это до 300 тысяч населения будет перейти через эту вот подготовку. Год делать 4 набора. И за 3 года вот это 300 тысяч пропускать через это. И из них набрать тех ребят, которые хотят, которые готовы, которые своей родине служить, ради родины готовы все. Вот то, что я предлагаю. Это первое. Второе. Льготы, какие зарплаты будут, какие договора, какие законодательные базы будут, служебные квартиры, потом, когда договор заканчивается, это собственный дом и так далее. Вот все эти наборы, чтобы в законодательной базе было принято, и люди знали, на что идут, почему. В мире уже давно нету этот мобилизационный ресурс, даже если где-то делают, это делают профессиональных людей, а не то, что просто народ собирают там на войну. Вот то, что мы хотели бы, чтобы наш народ нас поверил и доверял нас, чтобы мы могли вот это все создавать, делать. Павел Андроникович, перейдем к актуальному для Армении вопросу. Какие меры вы предлагаете для решения кризиса на границе Армении с Азербайджаном? Вот то, что я вам только что говорил, это и есть эти меры, которые я предлагаю, что, во-первых, подготовить этот моб-ресурс полностью, это первый вопрос. Второе, занять весь границу нашу государственную, закрывать. Третье, набор профессиональной армии. Закрывая всю границу, вот этот личный состав, который сегодня не хватает, закрыть все дыры. И азербайджанцы, понимая, что там у нас постов нету, приходят, сидят в нашем территории, закрыть эти все места, а тех местах, где они нарушали, с ними решать вопросы. Любым способом. Любым. Поняла. Сперва предлагать аккуратно уйти, если нет, остальное уже будет дело вещи. По порядку будет идти. Перейду еще к одному вопросу, который тоже волнует наших читателей, общественность. Какими, на ваш взгляд, должны быть приоритеты внешней политики Армении в настоящее время с точки зрения обеспечения безопасности государства? С точки зрения безопасности государства у нас есть союзничество, отношения с Россией, но мы должны узнать у России, делать дорожную карту, по пунктам перейти, узнать, в каких случаях Россия будет нейтралитет держать, в каких случаях Россия будет помогать наших противников. И чтобы мы понимали, что так, вот в этом случае конкретно, то, что было сейчас, мы должны были узнать, что оно держит полностью нейтралитет, даже нашего второго противника, Турцию, он может допускать регион. Не имеет значения, на какую, каким предлогом. Это для нас неожиданность, и мы должны были для этого иметь всю дорожную карту по пунктам и понять, где что. А вот где мы не противоречим, или за счет российских интересов мы ни с кем не дружим, да, право давая эти интересы, там решать свои вопросы. То же самое мы должны с ними обговаривать все эти позиции. Если в тех позициях, где они будут нейтралитетом, мы можем союзничать с другими, договаривать что-то и так далее. Вот это все. А то, что мы думаем, что мы должны были делать, мы не делаем. Мы просто договора подписывали, там ОТКБ, там то, другое, допустим, нам нужно по вооружению то или иное оружие оборонительного системы. Россия не хочет его нам продать, допустим. Есть это заменяющее оружие других государств, Южной Кореи, Германии и так далее, Чехии. Мы покупаем от них, и наш союзник не должен обижаться. Потому что если ты меня его не продаешь, то я возьму другого. Все эти моменты мы должны решать сейчас, сегодня.
они прикладывают там хоть одну минуту, чтобы было у нас на руках. Нельзя, чтобы быть в союзничьих отношениях в одном безопасном, вот, в общем, безопасном регионе, и сказать, что я тебе оборонительное оружие не продаю, потому что это на вещи, это может технологию выйти, от нас могут и так далее. Если на это даже вы нас не доверяете, то какой союзом говорите, ребята? О чем вы говорите? Быть гибкими внешнеполитических. Ну, понимаете, вот мы гибкие были 20 лет, 30 лет. Мы получали результат гибкости. Мы не идем на войну. Мы говорим, наши интересы, ваши интересы, мы понимаем. Может, что-то не понимаем, подскажите ваших интересов. Мы наши интересы понимаем. Мы вот, это наш. Потеря горной части Армении, то, что мы потеряли вот сегодня вот в этом ситуации, это равносильно торгать Армению от себя. А потом, когда армяне уйдут на другую сторону, вы будете нам сказать, что мы предатели. Но забывая, что когда вы 6 миллиардов долларов оружия продаете нашим противникам, у вас разведка дает, что 5 миллиардов израильских оружия покупали, несколько миллиардов у Турции, у Украины, у Беларуси, у Чехии, у Южной Кореи и так далее, тогда вы как союзник нам не сказали, ребята, то, что вы имеете, вы с этим не можете защищать. Либо вы нам говорите, что сдавайте эти территории аккуратно, потому что мы не можем вас защищать, мы не можем вас оружие давать, ничего мы не можем. У нас в этом вопросе мы больше азербайджанскую сторону поддерживаем, потому что мы считаем, что это целостность Азербайджана. А потом мы обижаемся, что мы тоже можем сказать, что Крым тоже не ваш тогда в этом случае. Это украинский, да? Но все же знаем, что это российский. То же самое это Карабах, то же самое это при Советском Союзе вы его подарили. Вы сами россияне, власть России, Советского Союза, оно в 1921 году передало Азербайджану. Но 1813 года это российский.